Привет, друзья! Меня зовут Равшан Хаджиев, и вместе с Coca-Cola мы приготовили для вас цикл программ, посвященный блюдам, которые украшают наши дастарханы на сахарлик и ифтар. В моих руках нет сочных яблок из известной всем песни, но это не мешает мне сказать, что мы в прекрасном намангане. Мы приехали в заведение «Замин». На кухне все красиво и вкусно, но нас прежде всего интересует шурпа, точнее, три ее разновидности. Пойдем на кухню. Шурпа. Если забить это короткое слово в строке поисковика, вы увидите длинную цепочку вариаций названий, рецептов и бесчисленный парад сочных и красивых натюрмортов. Простое на первый взгляд блюдо, обозначенное в учебниках по кулинарии формулировкой «заправочный суп», не такое уж и простое, как может показаться. Огромное количество видов, рецептов, разнообразие ингредиентов и способов их обработки делают любую шурпу особенной и отличной от других. Вареная, на зажарке, в казане или горшочке, на плите или в печи шурпа, блюдо от которого мало кто откажется. Словно целительный эликсир, она идеальна на первое. Тем более, если мы говорим об ифтаре. В каждом регионе Узбекистана свои вкусные взгляды на это блюдо и то, как его готовить. Да что там регионы, у каждой семьи есть свои традиции и ценности, которые передаются из поколения в поколение. Гурманам Ташкента трудно представить свои обеденные перерывы без шурпы на Чагатае или шурпы на крутой зажарке, что готовят на кольцевой дороге. Эти места имеют огромную славу. Но, не желая быть очевидными настолько, мы покинули Ташкент и прибыли в Наманган. Быкканшурва, козашурва и беданашурва. Давайте посмотрим на это чудное наманганское трио. Друзья, три вида шурпы, о которых я говорил в самом начале, уже на моем столе. Посмотрите на эти невероятные натюрморты. Я сейчас нахожусь в очень затруднительном положении, потому что не знаю, с чего начать свою дегустацию. Можно было бы бросить монетку, но у нее всего два варианта. Придется есть все. Хотя даже не пробуя, я могу сказать, что ради такой шурпы можно и даже нужно приезжать в Наманган. На ифтар это потрясающий вариант. Красиво, вкусно, а самое главное – не тяжело. Все, что вокруг меня, можно очень смело назвать прекрасным, а главное, очень вкусным ферганским вечером. Да, друзья, мы в Фергане. Позади меня Ансор Милли Таумлары. И сейчас, ближе к ифтару, можно будет понаблюдать за тем, как на этой стоянке не останется свободных мест. Мы идем с камерой на кухню, и вы поймете,
почему я так говорю. Этот рассказ легко и просто можно было бы начать с короткой лекции о таком виде искусства, как скульптура. И хоть некоторые из вас сейчас улыбнулись, доля правды в этих параллелях все-таки есть. Очень изящная и вкусная. Тесто. Особая история. Блюда из теста – это всегда вкусно и, если можно так говорить, парадно. Они есть украшение дастархана, накрытого по любому поводу, будь то первое или второе. Коронные блюда любимых бабушек и мам. Вот какие мысли приходят в голову, когда представляешь эту еду. Теплые картинки из детства, смех родных за столом, семейные истории и сюжеты, которые мы храним в своей памяти всю жизнь. Мы улыбаемся, когда вспоминаем все это. Пельмени с бульоном и без, вареные или жареные, манты с мясом или начинкой, что называется, по сезону, хонам, лагман и бешбармак. Одно только название этого блюда не то что намекает, а прямо говорит о том, что ты пальчики оближешь. Разумеется, караваны Великого Шелкового Пути оставили свой след и в кулинарном искусстве. Благодаря этому мы можем наблюдать, пробовать и наслаждаться этой палитрой красок, вкусов и ароматов. Вы просто взгляните на эту красоту, ради которой мы привезли свои камеры в Фергану. Соло цветов, специй и приправ. Любовь и душа мастеров высочайшего класса. Тесто. Я всегда найду для тебя место. Итак, друзья, долгожданный момент настал. Наш ферганский дастархан предо мной. Вы только посмотрите на эти шедевры из теста. Все настолько аппетитно, что сегодня я, наверное, не буду считать калорий. Я пробегу свои 5 километров, но это будет завтра. Сегодня я не буду стесняться. Нарын, ханум, бешбармак, дювава, манты и просто потрясающие лепешки с мясом. Кстати, особой популярностью здесь, в Фергане, пользуется том чисом сапа ташкентский. Здесь вансор милли таумлара, она настолько популярна, что сегодня не досталось даже нам. Абсолютно вся сегодняшняя самса была зарезервирована еще до того, как попала в тандыр. Придется отложить ее дегустацию на наши следующие ферганские приключения. А сейчас камеру мы выключаем, а ложку включаем. Кто тут главный? Такой вопрос не совсем уместен в адрес узбекской кухни. Каких только метафор и эпитетов не встретишь в интернете и на страницах кулинарных изданий. Порядка сотни официально зарегистрированных видов. Отдельная позиция в меню огромного количества заведений любого уровня и статуса. И везде он, утром или вечером, зимой или летом, так или иначе, но плов. Мы хотим показать лишь малую часть, но и она бесподобна. Позади очередные километры, и мы добрались до места с очень вкусной историей. Для того, чтобы подробно рассказать вам, где мы, мне хватит всего 3 слов. Асака, Чонтак, Чайхана.
Чонтак Чайхана. Особое место. Глядя на шумовку чайханы и то, как она в прямом смысле этого слова стерлась, перемешивая зирвак одного из самых популярных пловов в Узбекистане, ты понимаешь, насколько богатым является ее стаж. Растопленный курдюк, свежая баранина, спелые ароматные овощи и отборная девзира. Рис высочайшего качества. Это и есть ансамбль, играющий классику. Просто посмотрите на эту мелодию. Итак, друзья, абсолютно все причины, по которым мы стремились сюда, в Осаку, у меня на столе. Чонтак Чайхана славится двумя коронными блюдами. Конечно же, легендарным пловом из девзиры и не менее шикарным мясом ягненка. Точнее, шеей ягненка, которая тушится около 6 часов. Данный плов кому-то может показаться слишком сытным на ифтар, поэтому прошу любить и жаловать. Шея нежная, очень вкусная и, в отличие от плова, более универсально подойдет и на сахарлик, и на ифтар, друзья. Больше говорить, наверное, смысла нет, уступая место крупным, потрясающим, аппетитным планам. Друзья, наша пловная экспедиция продолжается. Мы в Коканде. Пока мы ехали, стемнело, но мы не то что не опоздали, а прибыли очень даже кстати, потому что сегодня ночью на Сахарлик, здесь, в Чайхане Бог и Шамол, в 4 казанах готовится 80 килограммов того самого коканского плова. Смотрите внимательно, чувствуйте разницу, а детали обсудим позже, прямо за столом. Коканд. Чайхана, Бог и Шамол. Каждую ночь, готовясь к Сахарлик и приему жителей этого древнего города, мастера-ошпазы и их ученики разжигают огонь сразу под несколькими казанами. Сказать, что масштабы поражают, это ничего не сказать. Особенно, когда знаешь, что такое происходит в нескольких местах города. Казаны нагреты. Мастера готовы, но спектакль и искусство начинаются только после наставления со стороны мудрых и почтенных старейшин. Очень добрая и важная традиция, крепко связывающая поколения. Вот так рождается плов коканский. Мы были ошеломленными зрителями этого спектакля, ароматы которого расходились на километры. А результат на столе удивил даже самых искушенных любителей плова. Потрясающий процесс, подача и вкус. Ну что, друзья, наш тот самый коканский плов на столе. Кроме него можно заметить Амстердам, Лондон и даже Рим где-то там внизу. Но мы не будем забегать так далеко. Вернемся всего на 120 километров назад, в город Осака, в ту самую Чонтак Чайхану. Вы помните бронзового красавца из Дезиры? Посмотрите сюда. Я подчеркиваю, всего 120 километров, но смотрите, какая разница. Совсем другая подача, ингредиенты, ароматы и тем более цвет. Потому что здесь рис сорта Чонгара. Это и есть коканд. Это и есть вкусный коканд. Не прощаемся. Короткий щелчок, и мы в Ташкенте, потому что именно в столице мы решили поставить вкусную точку в нашей пловной экспедиции. Мы находимся в гостях у популярного ташкентского ошпаза Батыра Ошпаза, ради плова от которого гурманы готовы преодолевать десятки, а иногда и сотни километров. Я, наверное, поспешил с точкой, потому что особо внимательные зрители наверняка заметили на моем столе два плова, а значит, это двоеточие. Праздничный ташкентский плов с изюмом и нутом и тот самый Ачык-Ош от Батыра, который за годы приобрел огромную армию поклонников. Мы решили закончить в Ташкенте. Я, как человек, живущий в столице, не понаслышке знаю, что накануне праздника, на Арафу, не выходя из дома, можно отведать разного плова. Я говорю о прекрасной традиции, когда дружные соседи угощают друг друга пловом, выпечкой и сладостями. Сосед родом из Самарканда принесет плов, бережно уложенный слоями. Товарищ из Андижана подаст косушку с янтарной девзирой, и этот плов будет сильно отличаться от угощения из риса лазер, который принесет уроженец Хорезма. Есть в этом доброе, теплое и, безусловно, сближающее.
доброта и дальше будет спасать мир, а на столе будет плов. Праздничный, а возможно чайханский, но однозначно приготовленный с любовью. Глядя на эту красоту, мы с Coca-Cola хотим пожелать вам и вашим семьям такого же красивого, теплого, а самое главное, вкусного ифтара. Мы приехали в гости к замечательной Хелалапе и ее мастерицам, девушкам, которые знают о выпечке абсолютно все. Нас и, собственно, вас ожидают очень красивые, вкусные, аппетитные, местами хрустящие изделия. Я предупредил. Выпечка. Вы уже видели выпуск, посвященный тесту. Теста будет предостаточно и здесь. И у этого теста свое место на Дастархане. Сейчас все поймете. Все, что вы увидите сегодня, легко, просто и безумно вкусно превращает застолье в праздник. И совсем не важно, горячие закуски перед первым это или сладкий хруст на десерт. Мастерицы с большим сердцем и золотыми руками творят золотые дела. И эти дела, как мы любим, радуют не только глаз. Но давайте, как обычно, по порядку. Дастархан без самсы – это как любимый напиток без бегущих вверх по бутылке пузырьков. Такого быть не должно. Круглая, квадратная, большая или маленькая – самса – это тот случай, когда содержание важнее формы. Вы же помните? Нам повезло застать сезон мадор самсы – самсы с особой зеленью, которая очень кстати именно весной, когда организму так необходимы витамины. Взгляните на само изящество, по-настоящему милую самсу, на которую невозможно смотреть как на тяжесть. Жареные пельмешки выполняют ту же функцию, только немного через другие эмоции. Теплые, одновременно хрустящие и сочные, они обязательно добиваются внимания и одними из первых отыгрывают свою сольную партию. Наверное, это показатель. Перебираясь из очередной точки А в очередную точку Б, друзья, мы проезжаем мимо хлебного базара. И глядя на эту батарею тандыров и несменные отряды пекарей, мы, конечно же, не могли не остановиться. Посмотрите и вы, в каких объемах, а главное, как здесь выпекают лепешки. Вы поймете, что не только Ташкент – хлебный город. Посмотрите на эту красоту. Частенько на повестке застолья целый парад блюд и кулинарных изысков. Когда кажется, что еды слишком много, а попробовать очень хочется всего, выручают уменьшительные ласкательные. Багурсаки и хворост – две удивительные позиции, и тут выбирать тоже вам. Как вы понимаете, прежде всего ориентируясь на то, насколько вы сыты. Это скорее десерт, и почти всегда есть пожелание, чтобы он был полегче. Не для каждого гостя багурсаки будут легкими, конечно, но вот хворост подойдет с легкостью. Каким бы ни было меню, Дастархан – это не просто трапеза, будь то обед или ужин, особенно если это сахарлик или ифтар. Семья, любовь и забота о близких, внимание к старшим и улыбки, которые появляются, когда смотришь на самых маленьких. Бесценные моменты и мгновения, полные самых искренних чувств и эмоций. Иногда, в очень редких случаях, я перестаю думать о том, что я фудблогер, потому что мне кажется, что иногда я являюсь смотрителем музея. Это бывает чаще всего, когда на моем столе самые настоящие экспонаты. Вы посмотрите на эту
ароматную, вкусную, эталонную красоту. Хворост, жареные пельмени, багурсаки, самса в оправе, словно бриллианты. И, конечно же, сезонное чудо Мадор самса. Самса с зеленью. Ради этой красоты стаи вегетарианцев изнуряют себя километрами и ожиданиями, направляясь в Сукок. Они не знают, что и в Ташкенте есть такая самса. Смотрите крупные планы, друзья. Все, что вы видите у меня на столе, принято считать красивым, очень вкусным дополнением к основным блюдам. Но если вы посмотрите на это еще раз внимательно, вы поймете, что все это очень самостоятельные образцы нашей потрясающей, очень вкусной кухни. Я желаю, чтобы и на вашем дастархане, и в Ифтар, и на Сахарлик была такая красота. Вместе с Кока-Кола. Это фантастика. Друзья.